Сотрудники полиции Украины рассказали о неудачной попытке депортации вора в законе Автандила Кабишавица, известного как Автокопала. Причиной стало то, что мужчина просто-напросто съел свой собственный паспорт. Вора в законе попытались депортировать в Грузию, а не на территорию Российской Федерации, где он пребывал в розыске с 2019-го. Автокопалу первым посадили в самолет компании Ян Эйр, который в 7:30 должен был вылетать из Борисполя в Батуми. Этим же рейсом в Грузию должна была лететь делегация из Украины, включая детей. Но более сотни этих людей не выпустили из зала ожидания. Оказалось, что сразу после посадки Кабишавицы съел свой паспорт, после чего стало известно, план правоохранителей по выдворению преступника провалился, рассказал источник в полиции. В результате ЧП самолет задержали, а пока полицейские решали, что делать с автокопалой, остальных пассажиров рейса фактически держали в неведении о случившемся и не предоставляли воду и еду. Представители авиакомпании обещают, что вылет рейса состоится в воскресенье, 11 июля 2021 года в 12:00. Что же касается Автандила, то его поступок привел к юридической вилке. С одной стороны, из-за отсутствия документов пограничники не могут пропустить его обратно в Украину, а с другой, из-за отсутствия документов вора в законе невозможно отправить из страны самолетом другого рейса.